Сегодня вечером рабочий кабинет главы Карачаева-Черкесии посетили необычные гости. Рашид Тимрезов пригласил к себе юных жителей республики. Дарья Тендит о том, как прошла встреча. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов радушно поприветствовал юных гостей. Алана Чекуева и Ирина Колкунова участвовали в новогодней акции «Елка желаний». Адамир Шурдумов из Черкесска в ходе прямой линии записал видеообращение, в котором попросил о личной встрече. Рашид Бориспиевич, я Адамир Шурдумов, ученик 2-го Б-класса, гимназия 13-я, город Черкесск. У меня очень много вопросов, но один вопрос хочу уточнить лично с вами при встрече. Глава республики провел экскурсию по рабочему кабинету, залу переговоров и рассказывал, как принимаются важные решения. Дети были впечатлены и восторженно слушали его. Мне там понравилось больше всего, где нам показали комнату переговоров, потому что там у каждого стоял микрофон у стула. Атмосфера встречи была дружественной и теплой. В ходе разговоров дети рассказывали о себе и своих увлечениях. Алана Чекуева подарила Рашиду Бориспиевичу картину своего исполнения. Глава республики был тронут этим жестом и пообещал повесить ее в своем кабинете. Эта картина была самая последняя, которую я нарисовала на ИЗО. Очень сильно рада при встрече. Потому что не каждый может прийти к Рашиду Бориспиевичу и поговорить с ним. Рашид Бориспиевич проявил искренний интерес к каждому ребенку. Он внимательно слушал, о чем мечтают ребята, кем хотят быть, когда вырастут. Дети, в свою очередь, хотели узнать, не сложно ли быть главой республики. Ну, это непростая и ответственная очень работа и задача быть руководителем. Ну и здесь обязательно надо еще раз сказать и про поддержку, которую сегодня своим трудом показывают наши жители республики. Конечно же, ту поддержку, которую мы ощущаем от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому будем дальше стараться, чтобы вы подрастали самыми умными, самыми красивыми, профессиональными, трудолюбивыми. И вот чтобы завтра вы уже прославляли нашу республику и делали ее лучше и краше. В завершении встречи Рашид Тимрезов написал ребятам свои пожелания на будущее и вручил подарки. И на память об этом дне сделали совместное фото. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.